Всем привет, друзья. Давно не ели селедочку, решили из селедки кое-что приготовить. Вот приготовили пару свекол, пару картошек, морковка вареная, да. Вареная морковка, майонез, селедка, чашка. А, лук еще я забыла. Сейчас, да. Салат из сельди будет. Да. Вот так нарезаем, не очень мелко, чтобы чувствовалось на зубах, что что-то жуешь. Вот так вот порезали селедочку. Все, сейчас подготовим морковь, картофель и свеклу. Овощи почистили, теперь нарезаем. Так, морковь, потом картофель, свекла. Добавили морковь. Нарезаем картофель. Так, добавили картофель. Вот такой горошек у нас зеленый. Сейчас мы его добавим сюда. Ну вот видите, уже красиво выглядит. Осталось заправить только майонезом и горчицей. Практически салат готов. Вот у нас сушеная кинза есть. Решили сразу добавить майонез. Можно майонез, этикеточку показать? Вот такой вот майонез. Вот такая вот горчица у нас желтая. Добавляем в салат. И практически салат на этом наш готов. Да, мы его готовили на вечер. Время сейчас всего 11:30. До вечера он постоит немножко, промаринуется хорошо. Добавляем крупный черный перец для аромата. На этом наше блюдо готово.